Даже несмотря на то, что уставшие, спустя 3 часа фотосессии, мы все равно делаем самые крутые постеры. И это еще не все, мы сейчас будем продолжать в том же духе, но уже в других купальниках, девочки, завидуйте. Самое интересное, то, что мы всегда, короче, Женя вроде болтает, а Катя вообще не переболтает.